А мы уйдем на север и переждем. А мы уйдем на север! А мы уйдем на север! А мы уйдем на север! Итак, началась наша экспедиция, увлекательная, на Кольский полуостров. Это самый север, скажем, нашего материка. Состав нашего экипажа 3 человека. Пилот, штурман и оператор. В Житомире мы должны воссоединиться с экипажем из Ужгорода, Юрой Штормом. Надеюсь, что экспедиция у нас пройдет без потерь, в живой силе и технике. И будет интересно и увлекательно. Ну, Мурманска не подбирайте. В серых сумерках городов одиноко людское племя. Ну скажите мне, кто готов бросить скуку и ногу в стремя, чтоб забыть, как скрипит диван, и отрыжку забыть пивную. Каждый сыт и немного пьян, и не мыслит судьбу иную. Мне от этого впору выть, я родился не той породы. Мне не хочется просто жить без глотка полевой свободы. Помню я, как во сне летал, как мне мир открывал объятья, и за тех подниму бокал, кто мне стали уже как братья. За того, кого ждет успех, за того, кто увидел Бога, бьют одна за одну на всех экспедицию и дорогу. И оранжевый вертолет в голубую поманит небыль, и стремя, что под ним на взлет, я готов быть сегодня в небо. В суете сует городской, одиноко и беспричинно, люди травят себя тоской и живут этикетно чинно. Я от этих людей устал, мне не нравится их ученье, и с вином подниму бокал за друзей и за приключения. Пью за тех, кого ждет успех, пью за тех, кто увидел Бога, пью до дна за одну на всех экспедицию и дорогу. И оранжевый вертолет в голубую поманит небыль, и стремя, что под ним на взлет, я готов под сегодня в небо. За того, кто увидел Бога, пью до дна за одну на всех экспедиции и дорогу. Пью до дна за одну на всех экспедицию и дорогу. За 4 часа наконец-то героически прошли белорусскую таможню. Сколько выпито крови, слез, это вам не передать. Но сало и горилку для забрали. Едем уже по Беларуси, ищем кемпинг. Кемпинг хотим помыться, потому что стояли, температура в машине была более 40 градусов. Сейчас упала уже. Сегодня у нас второй день по Беларуси. Едем хорошо, погода прекрасная. Холодно, не тепло пока. 9 утра. Вот. Впечатление о отеле, конечно, я вам скажу, попали в страну СССР. Но год 95. Моня и Ярик напилися по барабану.
у всех пока все хорошо. Идем в паре, как обычно, шторм нас подбирает сзади. Поменял я вчера $300, получилось 1 миллион. 2 миллиона 410. 700. Зайчики. Заедь в Белоруссию и почувствуй себя миллионером. Вот мы уже в России. Утро третьего дня, скажем так. Произошло очень чудесно. Купили кофе, покупали свечки. Едем сейчас, ищем заправку, хотим заправиться и подъезжаем в Пскову. Сегодня нас ждет день небольших смотрин, музеи, церкви. То есть началось. Начинаем брать точки. Как всегда, при даче штурман Ярослав проспал весь подъем. Четвертый день начался приятно, отдохнули хорошо, кролика не съели, выбросили. Потому что если начинать ужин дать сначала супчиком, жареной картошкой, колбаской, сальцом, а потом жарить еще кролика, конечно, это уже извращение. Вот, так, сегодня мы решили заедем в супермаркет, купим мешок мивины. Тут доширак воды, не мивина. Да. Доширак, доширака, и будем жрать в сухую по ходу, чтобы не останавливаться, и запивать теплой негазированной водой. Вот наконец-то на пятый день мы попали уже в республику Карелия. Прикольные тут места, конечно, природа очень живописная, ну и дорога живописная. Едешь асфальт, вот трись, идет насыпная дорога такая извилистая вся. Шаг в сторону может быть очень сложным. Такие вот знаки встречаются. Вместо того, чтобы
чтобы показать, рассказать, что опасный поворот, ставим просто так, внимание. Сегодня мы еще немножко едем, где-то часиков до 4, и будем уже делать дневочку, то есть будем готовить лагерь для завтрашнего отдыха. Отдых у нас заключается в чем? Просто немножко отдохнуть от дороги, чтобы не развивалась клаустрофобия в автомобиле. Вот, половить рыбы. Ярик обещал поймать большую еще. Ну, я, конечно, половлю маленького карася, а потом на килограмме взвесим, кто больше. Как вам? А мне? Мне это добре. Нет, интересно. Особенно интересно остров, да, и Ладога. Ну, красиво же. Что-то мы это самое собирались в Монголию. И еще без курса попали в Карелии. А потом, надеемся, попасть в Окольске. В данном случае это самое нам жутко повезло, потому что мы
упали, в прямом смысле слова, на хвост отличной компании. Да, компания. Поздравляем мы наших Вадика Беслана. И такое сочетание стихий, остров и шторм, пока гармония и сочетание хорошее, идеальное. Едем благодаря нашему штурму, самому главному штурму и заслуженному Сусанину Украины. Главное же. Мишане, который, в принципе, делал эту просто незабываемую поездку. Расписал все точки, которые нам все нравятся. Мы попали в эту чудесную экскурсию. Мне пришлось, конечно, немножко зарешить, а получше, но сказать, что мы едем на южный берег, море, погорать. Но море казалось Баренцево. Нет, ну-то главное, и обкуриваемся, и обтираемся, и аэрозолью брызгаемся. А что вы делаете? Что ты обкуришься? Как не, как обкуришься? А вот эту, что Вадик дал, вот эту штуку, как она называется? Наркоту, блин, ты что? Теперь у нас навигация, дивимся карту. Так, мы находимся вот тут. Не показываешь, не видно. Мы находимся вот тут, нам ехать сюда. Ага. На следующем повороте поверните налево. Короче, мы с уже, это уже топ 10-й день, сегодня юбилей своеобразный. И так, так, по счетам, учитывая по решности, это самое, прибором, 4,5 тысячи километров. И при том, все уже там, мы еще это самое, на Кольском, не в одном ГОЗу. Но есть надежда туда доехать. И я так думаю, что через 150 километров мы там будем. Все-таки мы обкуривались, это точно, потому что я видела, как раз Мишаня зажег эту свечу. И потянул. И ходил это самое... Я не обкуривался. Вот у нашего Вадима есть все. Даже чем обкуриться, вот так вот. А что, пускай все тренируют. Вообще, нам повезло с погодой, и с дорогой вообще повезло. Некоторые участки были работы. Это надо, это такая мелочь, на самом деле, я думаю, пускай россияне ремонтируются почаще и побольше. Наркотиками страдают у нас все. Кто-то Wi-Fi, кто-то обкуривается, кто-то отчитается. Почему вредничает? Я правильно сказала? Обкуривается. В данном случае сейчас идет колоссальная ломка. Каждому хочется сообщить в эфир через интернет, что мы еще живы, что мы едем, что мы здоровы все, что у нас хорошее настроение.